Всем привет! А я снова на коне. Отремонтировал телегу и продолжаю заготавливать сено. Переваривать сломанную деталь не стал. Подумал, для такой работы нужен высокий профессионализм и квалификация, а не мое теплят. А учиться сейчас нет времени, и так затор с работы образовался. Сено, которое скашивало первым, уже было высохло, нужно было с ним что-то делать, а возить было не на чем. Да и некуда, сеновал-то я еще не освободил от старого. Поэтому решил сделать прицепное, так как было на старых оглоблях до того, как они сломались. Кольцо из проволоки. Ну, метод проверенный, прошлый сезон весь отъездил. И до мотоблока цеплял, и до 69-го. Почему сразу так не делал? Ну, хотел слегка облегчить себе работу. После того, как снял фрезу, мотоблок стал немного разбалансированным и нос перевешивает. А с помощью втулки хотел сделать его единым с дышлом, и он бы всегда находился в горизонтальном положении, не нужно было придерживать руками. Ну а так что ж, придется подкачать немного бицуху, хотя небольшой противовес все же повесил. Телегу освободил и сразу начал разгребать заторы. Ну, сеновал-то я еще и до сих пор не освободил от старого. Его там оказалось намного больше, чем я предполагал. Сколько, я говорил, телег 5 его будет. А по факту 7 уже вывез, а там еще нет половины. Ну, оно-то и понятно, это же было на целую корову заготовлено. Это в сентябре отец умер, дедушка заболел, и бабушка продала корову. А все сено, заготовленное на зиму, так и осталось. О, сколько еще осталось. Ну, еще и с этой стороны. Но сюда я уже понакидывал свежего. Собирать и оставлять в копнах не хотелось, так как оно бы все равно намокло, и пришлось его бы еще раз разбрасывать, пересушивать перед тем, как везти сюда в сеновал. Ну, а так, эту сторону освобожу, и потом перекину и возьму за ту. Вчера уже даже и не косил. Можно было с этим сначала разобраться. А то не успевал уже и сушить. Полдня с ним провозился, но вроде бы разгробся. Там еще немного осталось, нужно съездить сейчас забрать полвозика сухого. И на завтра останется немного досушить. Как раз освобожу эту часть сеновала, и можно будет снова браться за активное кошение. Хотя уже сегодня начал понемногу косить. Обкосил вокруг огорода, там трава была невысокая, как раз завершил обкатку новой косы. Завтра уже вовсю ее начну использовать. Ох, тяжелая эта работа. Сено в сеновале так слегло, что еле выдержишь. А еще жарко, душно, пыльно. И не разденешься, будешь потом весь чесаться. Там во дворе еще в тени от дуба так еще более-менее было до полудня. А здесь вообще невыносимо. Заезжала автолавка, купил мороженку, съел.
Думал, хоть слегка полегчает. Да, а где там? Половину уже свез, а со второй будет полегче и побыстрее. Не нужно будет его выдирать, так а только сверху послойно снимай. Ну, на сегодня уже, думаю, заканчивать с сеном. Умаялся. Пойду еще то, что на поле позагребаю в копны. Оно не успело высохнуть, сеновал не повезешь, а на завтра дождь передает. Ну вот как раз завтра не буду с ним работать, хоть дух немного переведу. Ну, только что, если дождь будет не сильный, пойду еще покашу немного. А сегодня уже тяжелой работы делать не буду. Ну, только что сено пойду еще загребу. А так поеду, съезжу, посмотрю ловушки. Уже больше 10 дней их не смотрел. Заодно отвезу то, что снимал. Может быть, еще раек какой-нибудь вылетит. А потом рвану на озеро. А то уже половина июня, а я еще купальный сезон не открыл. Хоть и живу в районе с большим количеством озер. И до самого большого озера страны всего лишь 15 километров. Но на него я не поеду. Там курорт, многолюдно. Есть более укромные, хорошие места поближе. О, что-то есть. Кто бы мог подумать, бочка, да еще на кусте на небольшом среди полянки. И кто-то влетел. Сейчас залезу поближе, может, это просто разведка. Ну, непонятно, сидит там кто-то внутри. Вроде бы и не 5 пчел. А так летают и сторожат, но уже поздно. Может, ведь поэтому никто сильно не летает. Хотя те и в 10 часов летали вечером. Ну, рой к рою не приходится. А, все-таки кто-то есть. Хорошо, надо будет приехать забрать их. А здесь, на липе, где разведка была, вот сейчас одна пчела вылетела. И, походу, больше никого и нету. Ну да, тишина. Значит, эта розетка одна осталась, все остальные улетели. Ну, по ловушкам такие вот дела. Еще две нужно посмотреть, но не поехал, так как они в другую сторону. Сейчас рвану на озеро, пока еще не сильно стемнело. Уже около 8. О, смотрите, какая красота. Вода гладенькая. Должно быть тепло. Ну, попробуем. Тут мостик не очень сломан уже. Попробую зайти с другой стороны.
А как вам? Как будто находишься среди облаков и будешь нырять прямо в небо. Надеюсь, что тепло будет, а то я не сильно люблю купаться. Вода мокрая, не очень так приятная. Ну что, буду пробовать. Ах, лепота! Вода, не буду говорить, как принято, что как парное молоко, но такая тепленькая. После жаркого трудового дня само то. Ладно, хватит болтыхаться. А то рыбаки на косы посматривают, всю рыбу пугают, сейчас дрином отхлещут. Хорошего понемногу. Нужно будет как-нибудь не мимолетом приехать, окунуться и уехать, а так хотя бы на полдня покупаться, полежать под солнышком, понежиться, позагорать. Может быть и загар хоть выровняется, а то мы этот... Дачный, скорее всего, сейчас и сотрется полотенцем, как начну вытираться. Ну ладно, надо будет выкроить минутку. А сейчас ехать, еще хочу заехать пчел забрать домой. Те, которые два улика у меня есть. Когда пересадил, то так и не знаю, что с ними. А сели в новых улях или наоборот слетели. Сейчас приеду, а там вообще никого нету. А забирать практически нет на кого. Час пчел. Ой, сидят еще в старом уле. Много померзло. Что-то они поулетали. Надо было, наверное, подальше этот улик оттянуть. Он на нем много сидело, как я хотел. Чтоб они переползли. Вот здесь была трутовка, скорее всего. Потому что было много трутня и засева практически не было. Ну а в улике совсем мало пчел. Ну а что-то копошатся. А у втором так еще хуже дела обстоят. Здесь практически полуля сидит в рое. Или это, может, они роились, те, которые были с маткой. Потому что здесь тоже пчел много. И что с ними делать сейчас? Я все же всех забрал. Со вторым улем так там вопросов никаких не было. Сразу литок закрыл, связал и в машину отнес. Видно, что пчелы много, работает. Ващинки, которые я им поставлял при пересадке, оттягивает. А в соседнем уле, в старом, что клуб пчел висел, так это какой-то роль прилетел. Возможно, даже из этого улья. Я все же оставлял один маточник при пересадке на случай, если что-то с маткой станет. Ну а рой этот дня 2-3 уже сидит, уже такой язычок оттянули. Но смотрел, матка вроде бы еще сеять не стала.
Жалко их было так оставлять. Все же ночи холодные, часто дожди идут, да и когда они бы успели обжиться. Можно было этот старый улик поставить, туда суши покласть. Как раз было у меня несколько рамок привез, чтобы ловушки из них поделать. Ну а толку? Потом снова их беспокою, когда обживутся, пересаживая в новый улей. Так решила я их заселить в первый улей, там, где семья Трутовка без матки осталась. Кстати, пчелы мертвые, которые были в старом соседнем уле, так в основном это трутни были. Не знаю, чего они там ютились и не летели в новый улей. Может быть, их и не пускали уже. Решил одним выстрелом сразу двух зайцев убить. Рой пересадить в новый комфортный улей, да еще и с запасами. Да и второй семье тоже хорошо, появится матка и стимул для дальнейшего развития. Но только что я к таким делам вообще был не готов. И боялся, чтобы они не начали друг с другом драться. Хорошо, что там рядом мелисса росла. Так я пообмазывал два улика по возможности побольше. Еще веточек положил, чтобы запах был побольше и пчел успокоить. А потом сыпанул жменьку пчелок посмотреть, как они вести себя будут. Ну а когда заметил, что они целуются, а не дерутся, то и других начал пересаживать. Конечно, надеялся, что цепану жменьки две, и они скажут остальным, что там комфортные условия, и сами перебегут. Но скорее всего, что ночь была на улице, пчелы еще спали и плохо соображали. В итоге сам всех пересаживал. 3 часа провозился. Ну, хотел сделать это как можно более аккуратно, да и по возможности всех забрать, чтобы, не дай бог, матка не осталась. А к тому же сложности были. Улик уже был старый, в стенах были полости, и пчелы так и норовили туда спрятаться. Пришлось их кусочком рамки с медом выманивать. Не знаю, как они сейчас там. Скорее всего, еще не отошли от щека переезда. Сегодня дождливая погода, пасмурная. Основательно смотреть буду завтра. Надеюсь, что не сильно пострадали. К тому же дорога была очень сложная, вся такая кривая, как стиральная доска. Ехать старался не быстро, чтобы их не дорастрясти, но все же в кузове заметил небольшое пятно меда, да и так взглянул, одна старая рамка просела, отломался гвоздик, на котором держался. В итоге домой пришел только в 1 часа ночи, уставший, но довольный, еще одну большую работу проделал. Надеюсь, что не будет очень серьезные последствия после такой жесткой пересадки и переезда. Маточки не пострадали, и семьи будут дальше хорошо развиваться. К тому же ловушки сработали, еще один раек попался. Нужно будет сходить забрать его, посмотрю, если будет не сильно большой, то хочу подселить в ту семью. А то она тоже у меня осиротела, осталась без матки, не вернулась с облета.